Друзья, Евроспар в очередной раз обосрался. Столько просрочки я не видел даже в перекрестке. Ты что делаешь, дед? Ты охренел, что ли? Руками не трогай, ты что? Мне без разницы, при чем ты? Ты какое право имеешь руками меня трогать? Что за дела такие у вас здесь происходят? Вас кто этому научил вообще детей руками трогать? Я детей руками не трогаю. В смысле не тыкаю? Я в тебя не тыкаю, ты со мной на расстоянии. Тыкаю, тебе приятно стало, что ли, или что? Да. Ну, если приятно, продолжаю тыкать, значит. Ну вот не куплено. Какая тебе разница? Большая разница, блядь! Заткнись! Заткнись, придурок! Я тебя уволю с этого магазина, понял? Я тебя уволю отсюда! Друзья, Евроспар на Невском. Зефир, по-моему, тоже стандартная тема. Но появилось что-то новенькое. Это до какого годика? Вот сколько здесь этих банок. Ты что делаешь, дед? Ты охренел, что ли? Руками не трогай, ты что? Мне без разницы, при чем ты? Ты какое право имеешь руками меня трогать? Пошел от меня, не надо меня толкать. Дистанцию соблюдай, маску надень. Ты что, совсем в Арзянке объелся, что ли? Слышишь, ты еще раз ее тронешь, я тебя все пустил. Что, блядь, лазишь, слышишь? Сажай полицию. Здравствуйте, представьте, пожалуйста. Сажай полицию, Владимир. Мысли мой товарищ. Переходи. Не надо. Я не трогаю тебя. Вы здесь не желаете меня. Ты что, попутал, что ли? Слушай, ты какой правый имеешь, где руками? Пожар полиции. Кто вообще такой? А? Кто ты такой? Я руками себя не трогаю. Что ты делаешь? Я руками себя не трогаю. Отойди от меня, а? Что ты мне болтаешь? Отойди от меня. Давай, вперед. Давать тебе будет, знаешь кто? Знаю. Вон иди, да. Не надо. Не надо трогать. Ты старше, что тебя уважать теперь надо? Ты не заслужишь никакого уважения. Отошел! Полицейский. Соблюдайте станцию, хорошо? Ну что ты полицейский? Да, я сказал, заявление. Что именно вы сказали? Ты меня не трогай здесь. Ты видишь, что здесь сотрудники нарушают административное правонарушение? Предотврати это. Вас сейчас снимут. Пока не поступил на тебя жалоба. Не надо нервничать. Предотвратить административное правонарушение со стороны сотрудников магазина. Разойдите сзади, соблюдайте дистанцию. Вот именно, его отталкиваете, не меня, скажу. Кто директор этого магазина? Герой здесь нашел, еще на девочку кидаешь, на меня кидаешь. Какой ко мне подходит? Мужчина, вы девочек маленьких любите, что ли? Совсем, что ли, с ума сошел? Просрочка. Зачем вы приближаетесь к девочке? Что ли? Вы девочек маленьких любите? А, педофил, что ли, или что? Ты какого фига ее руками трогаешь? Отвечай за свои действия. Нет, другой. Какая разница, ты такой, чтобы незнакомых детей трогать. Оставайся на месте. Вот этого дяденька предстоит вот эту девочке. А покажите видеосъемку, он взял и приставал. Молодой человек, покажите, что... Покажи видеосъемку, где он предстоит к этой девушке. Да, покажи. Я не знаю, успел ли я снять это, как он подошел, ее обнял. Девушка, вот, смотрите. Простите, смотрите. У меня эмоции. Смотрите, вон он ее трогает, толкает. Еще улыбается такой. А, это даже не он был, это вот... А второй взял и свалил. Никаких обстоятельств. Вот, я стоял там, выбирал продукцию. Она стояла здесь, выбирала. А у вас есть это звук? Да вот здесь есть запись. Ты хочешь снимать-то? Нет. Снимай девочек. Снимай девочек. Ваша деятельность публичная. А мы фиксируем. Да. Административное правонарушение в магазине. Подождите. Какое? Можете представить, пожалуйста? Значит, вы прапорщик Журавлёва, что ли? А? Журавлёва? Да. А имя отчество? Голос, можете представить? В чем проблема у вас? Вы ко мне обратились, я хочу, чтобы... Я к вам обратилась. Конечно. Вы обратились, да. Нет, я к вашему стажеру обратился. Так. Вы представляться будете? Пожалуйста, представьтесь, я вам даже пожалуйста. Может, на колени перед вами вставать? Я не понимаю. Имя отчество? Нелли Сергеевна, значит, смотрите, я стал свидетелем, как охранник, подходит. Вот он, конечно. Вот он, охранник. Я вот. Говорю, я не успел это записать. Значит, нет оснований. Оснований для чего? Я вам только что сейчас показывал, как он ее толкал. За день подходи к нам. За день подходи. За день подходите, еще раз говоря. Потому что нет
Сам сейчас туда пойдешь, ты понял? Не надо толкать, дорогой. Отойди отсюда. Отойди отсюда. Отойди от нас. Отойди от нас. Отойди от нас. Я его прошу, чтобы он отошел от меня и отсюда. Написать заявление, что они вот так себя ведут. Конечно, могу. Я тоже напишу заявление за ваше бездействие. Да, понятно? Я рассматриваю ситуацию. Кого вы рассматриваете? Чего вы рассматриваете здесь? Зачем колеса полиции-то, дорогой? Именно. Что вы делаете? Я вам только что... Меня рукой не трогай. Как скажешь. Я тебя не боюсь. Отойди отсюда. Я здесь стою у себя в магазине. Отойди отсюда. Я здесь стою у себя в покупателя, отойди. Я тебя не боюсь. От покупателя отойди. Ты меня понял? От покупателя отойди. Ты еще раз говорю. Покажите, что оно нецензурно выражалось. Значит, нет оснований получается, правильно? Есть. Да, давайте вы вот, снимаете. Здесь много камер, здесь по-любому это было все зафиксировано. Вы, пожалуйста, наше заявление примите и разбирайтесь. А не ставьте под сомнение слова граждан. Если вы сейчас будете бездействовать, вы будете потом бегать в прокуратуру, товарищ прапорщик, понятно? Сейчас вызовем наряд и все поедем в отдел. Точно, да, что ли? Вы уверены? Никто не уверен. Примите. Да. По какой причине я туда поеду? По какой причине я туда поеду? Ну вы заявление собирались. На месте. На месте. Согласно закону. Давайте писать. Давайте. Протокол принятия устного заявления. Достаем и пишем. Михаил, какой борзанки вы объелись-то сегодня с утра, я не понимаю. Кто разрешил девочку руками трогать? Вы что попутали-то вообще? А, Михаил? Что ты не здесь? Что за дела такие у вас здесь происходят? Вас кто этому научил вообще детей руками трогать? Я детей руками не трогаю. Серьезно? Серьезно? Может, я еще подошел, обнял? Посмотришь по камерам потом, по своим. Ты мне не тыкай, понял? Но уважительно. Чего? На кого, на тебя, что ли, орать? Тебя лысина жмет, что ли? Тебе кто разрешал подходить обнимать детей, а? Ты педофил, что ли? Смешно тебе? Тебе смешно? Смешно. Вы обязаны, не должны, а обязаны. Вы обязаны общаться на них. Перед собой. Когда ты мне плюешься, ты стоишь меня. Тебе на вы? Маску нацепи. Намордник. Надеянно сюда. Ребята, с кем вы сейчас общаетесь, Нелли? Подскажи. Кто с Владимиром? Кто с Владимиром? Ну что, вызывал наряд? Да, с Владимирской. Да, были по Владимирской песне. Но там никто нас руками не трогал. Ты здесь кто? Погоди, я вас трогаю. Ты здесь кто? Не тыкай. В смысле не тыкай? Я в тебя не тыкаю. Ты со мной на расстоянии. Тыкаю? Тебе приятно стало, что ли, или что? Да. Ну, если приятно, продолжаю тыкать, значит. Ты кто здесь, я тебя спрашиваю? СБ. Конечно. СБ. Вот здесь СБшники совсем попутавшие. Почему? Где этот лысый маленький охранник? Почему он подходит к девочке и вот так обнимает ее? Ты мне не веришь, что ли, или что? Я не видел. Если я тебе покажу сейчас, где он ее толкает, то ты не мужик? А? Если я тебе сейчас покажу видео, где он ее толкает, то ты не мужик? А я не видел. Я тебе сейчас покажу. Покажи. Ну, ты не мужик, получается. А я не могу сейчас сказать. Что? Язык проглотил, не можешь сказать. Что ты сказал? Маску нацепи, намордник на себя и гавкай там себе в трубку. Это центральный район. Куда подходить? Пусть сюда приходит. Да, машину сюда прям подвезти. Да. Зачем машину? Зачем машину? Я смотрю, товарищ прапорщик, вы ерничаете, да? Да она сразу же на стороне СБшника. Эти СБшники, они выгораживают здесь тухляк. Вы будете работать или служить? Ё-моё, вы бы разобрались в ситуации сначала, а потом принимали сторону какую-то. Вы, товарищ прапорщик, будете работать или служить сейчас? Мы пройдемте сейчас наряд. Куда пройдем? Наряд сюда пусть приходит, и здесь мы разбираемся. Прям здесь, на месте. Не знаю, мне как гражданину Российской Федерации мне чихать, что чем вы там занимаетесь? 4 упаковки. Хорошо, мы все рассмотрим, как вы будете чихать наш. Будем разбираться. Пройдемте. Куда пройдемте? Наряд. Наряд. Сюда западло прийти, что ли, да? Сюда западло прийти? Сюда западло прийти? Вот мой купленный товар. Вы что, мой купленный товар? А это тоже у вас куплено? Нет, вот мой купленный. А это выявлено. Ну вот не куплено. Такая же разница. Большая разница, блядь. Серьезно? Да ты уволил с этого магазина, понял?
Я уволю отсюда! Попробуй, блядь! Уволю! 20.1, привлеките его к ответственности! Уволился! 20.1, привлеките к ответственности гражданина! Что? Товарищ прапорщик, помолчите сейчас! Пожалуйста, я прошу, не ори! Рот свой закрой, отойди от меня! Я тебя прошу, не ори! Рот свой закрой, отойди от меня! Вызывайте сюда наряд, участковый! Сейчас поедешь! Ты уверен, что ли? Поедем? Ты 100% говоришь? Дружище, ты больше здесь не работаешь. На что спорим, что не поедем? Ты больше здесь не работаешь, понимаешь? Ты пробалаболишься сейчас. Кто здесь провоцирует? Я знаю, вот блогер. Хочешь виноградинку? Я вас тоже знаю. Хочешь виноградинку? Я вас тоже знаю. А какую виноградинку-то? Не знаю. Защищайте людей, кто детское питание просроченное продает или что? Ну и все тогда. Я не знаю, кто вы. Ну а зачем вам знать, кто мы? Не, вы только знаете. Вы знаете, кто вот это вот. Я знаю, что вы знаете. Хочешь виноградинку? Какую виноградинку? Ты хочешь? Ты что-то объелся, похоже, просрочки. А вы случайно не работник этого магазина? Я покупатель. Ну что, покупайте дальше. А что, нельзя постоять, что ли? Стоит? Есть какие-то трудности? Стоит? Смешно тебе? Смешно? Ты уедешь в отдел отсюда. Что ты мою тележку натрогаешь? Я не трогаю, я стою. Что ты сейчас делаешь? Сохраняйте дистанцию. Что ты сейчас делаешь? Дистанцию. Знаете, ты к нам подошел, а не мы к тебе. Я хочу купить товар. Ты к нам подошел, а не мы к тебе. Нет. Дядя, ты дурачок, что ли? Нет. Ты дурачок? Нет. А по всей видимости, да. На личность мы не трогаем. На личность? Да кто твою такую личность трогает? Вот, я тоже. И дальше, вот ты все, отойди отсюда. Сейчас, на мой вопрос после этого ответить? Обещаю. Дядя, ты дурачок, я тебя спрашиваю? Нет, я адекватный. А? Я адекватный. Адекватный? Да. Адекватный себя так не ведет. Смотри, стоп, нашли. Понял? Прямо. Да можно он ко мне подошел, я это видел. Так ты подошел сюда, не мы к тебе подошли. Серьезно, что ли? Серьезно? Ты дурак, что ли? Вот как я с этими глазами видал. Она стоит, выбирает, смотрит просто. Ты дурак, что ли, я не понимаю? Ты что, ругаешься? Не он, а... А ты что, подходишь ко мне? Я стою. Ты что, к мальчикам, что ли, прижиматься любишь, что ли? Ты к мальчикам любишь прижиматься? Нет? Так отойди от мальчика, от мужчин-то. Дистанцию соблюдаю. Так ты подошел ко мне, не я к тебе подошел. Я стою. Ты дурак, дядя? Нет? А по всей видимости, дурак. Это ты там себе гениталии поднутал, отрастил, думаешь, мужик? Я мужик. А ты мужик? Нет. Ты мальчиков любишь? Ты не мужик. Да, готов. Ты к мужикам пристаешь сейчас. Потому что ты красивый. Что, да? Ты красивый. А я мужиков не люблю. Я по девочкам. Ты красивый. Я по девочкам. Ты красивый. Дядя, я по девочкам. Так он имеет право вообще так делать. Вот я не снимаю сейчас. Ты пообещал, что ты его уволишь. С моей стороны буду делать все, да. Обещаешь? С моей стороны, да. Обещаешь? По своей стороны. Ну, запомните. Не только я не решаю в этом. Не только ты вы решаете. Да, а вы за что решаете? Я? Да. По охранникам и на смене. Кто на смене, кто не на смене. Так. Вот. Ну, кого увольнять, не увольнять, не вы решаете. Есть мое руководство выше. Выше меня. Выше меня. Согласен, есть. Само решает, да? Да. Вы им доложите. Естественно. Вот это Сергея. Серега, ты знаешь, да, чем пахнет? Серега, не знаешь, чем пахнет? А ты понюхай, чем это пахло уже. Понюхай, нос-то открыт. Понюхай, разнюхаешь что-нибудь. Нос-то открыт. Я даже не понимаю, о чем они говорят. Не понимаешь ты? Вообще сама открыта. Что? Обнял девочку, не прикидывайся дурачком, ё-моё. Если неужели лысина так сильно голову жмёт, я не понимаю. Да Серёг, был нормальным человеком, нормально с тобой общались 2 месяца. Что с тобой случилось? Сказали вас выгонять, я выгоняю. Какие проблемы? Кто сказал? Кто так какой ты имеешь право выгонять покупателей из магазина? Иди с меня к телефону. Сергей, у тебя не извинимся. Есть такое постановление, что ли? Иди с меня к телефону. Вот и иди. Все будем рассматривать ваши вопросы. Да никто не спорит. Еще бы, ты не рассматривал. Можно вопрос? Вы по всем магазинам так ходите? По всем. Даже Пятерка, Магнит. А оскорбляете людей, пристаете к ним, а сотрудников полиции? Вы сейчас обвиняете меня в чем-то? Вообще, ты сейчас меня обвиняешь это в чем? Ты сейчас меня в чем-то обвиняешь? Нет, что я пристаю к людям? Ты немного на себя берешь, товарищ прапорщик, а? Это будет отправлено твоему начальству. Ради бога. Ты заколебешься потом бегать. Отойди от меня. Я не подхожу. И рот закрой свой. Да какого не с тобой сейчас общаются. А я поговорю с тобой. А я с тобой не хочу разговаривать. Все. Ты мне не интересен, все. Понятно? Больше меня не я мужчин не люблю. Все. Я только по девочкам.
все, успокойся. Сами подошли. Кто подошел? Кто подошел? Кто подошел? Что делать начал? Еще раз. Как себя ведете? Как именно? Как именно себя ведут? Когда к людям пристают и выталкивают их из магазина, как я себя должен вести? На колени встать, что ли? Я это сделала. Можешь мне еще перед ними на колени встать? Вы имеете право так разговаривать со мной. Я? А да. Что мне это запрещает, интересно? Вообще-то воспитание. Воспитание? Какое может у меня воспитание к сотруднику полиции, который прикрывает этот магазин, а? Какое у меня может быть воспитание если к этому полицейскому? Это не значит, что этот магазин ваш, понимаете? Зачем вы его прикрываете? Здесь только беспроводных микрофонов. Вы сначала заслужите мое уважение как полицейский, а потом уже говорите, 0, понятно? 08267. Да ладно, уважение какое-то нужно. Можешь мне еще перед тобой здесь на колени встать? Можешь мне еще ноги твои целовать тут, а? Ну давай, вот молодец. Хотя бы на замечание отреагировал. А то смотри, я сейчас не западло, я сейчас встану на колени. Пожалуйста, обратите внимание на данное видео, которое я сниму. Смотрите. Сейчас смотрите. Чеки есть. Молодежь в рамках правового поля. Можно я вам скажу? Мы это не можем вызвать. 28-й отдел полиции. А вам будет 78-й. Во-первых, позвонить. А вы не можете, да? Мы патрульно постовой служб. Не, ну а передать? Передать мы, пожалуйста. Вот. Передать. Можно, пожалуйста? Да, они просто по вашему звонку быстрее придут. Да. Сейчас да мы передадим. Сейчас по нашему они быстрее не приедут. Поверьте, придут. Поверьте, участковый прибежит быстренько, по вашему звонку быстро прибежит. Я не первый год этим занимаюсь, просроченными продуктами. Продублируйте вызов. Вы мне ничего не можете говорить, как делать. Да? Да. Вы уверены? Да, я сам буду решать, что мне делать. А кто здесь власть? Я представитель власти. А власть кто? Я представитель власти. Вы представитель, а власть кто над вами? Власть. Над нами? Как вас зовут, гражданин? У вас некорректный вопрос. Да? Да? Вы уверены? Я не обязан вам отвечать на такие вопросы. Не обязаны? Вы да, будете это Колокольцеву, вопрос... вы будете еще в прокуратуре раз, это говорить, и Колокольцеву скажете, если что вы не обязаны. Если у вас вопросы конкретно по продукции, мы вам объяснили, какие вы у вас будете бездействовать. Нет, мы не будем бездействовать. Значит, звоните. Все, пойдем. Вот так вот. Вы сотрудники ППС, да? Уважаемый, будет доложено сейчас дежурную часть. Я вам объясню. Вашему сотруднику. Вы все уже сказали. Вы тоже сказали. Опозорились и ушли. Вот так вот сотрудники полиции избегают от граждан Российской Федерации. Заявление это принимать будете? Да, девушка, сейчас принесу вам бланк. Чтобы я знал, на кого жалобу пожалуйста. Пожалуйста. Зачем мне не нужно? Представиться нужно полностью. А, еще и на ты, еще и на ты, да? Пожалуйста. Еще и на ты. Ну, что это за неуважение такое сотрудника? Не надо ко мне подходить близко. В смысле я не надо? А то скажу. Что, выстрелишь? Я говорю, я с оружием. И что, выстрелишь в меня? Смотри, потянулся. Боишься граждан? Боишься граждан? Да. Потому что боится граждан. Вот он и тянется к оружию. Да знаю я вас. Вы не знаете, что произошло? Ты уверен? Ты уверен в этом? Что ты тыкаешь мне? А ты почувствовал на себе, что тебе тыкнули? Я не понял. А что ты тыкаешь? Ты почувствовал себе физическое воздействие, что тебе тыкнули? Если ты обиделся на слово «ты», пиши заявление, понятно? Да я не обиделся, я же не... Вот и иди тогда. Вот иди. Ну, хочу стою. Беги отсюда. Хочу, беги от граждан Российской Федерации. Не беги. Не хами мне, слышь. Не хами, что пиши заявление. Пиши да, заявление. Вот иди, пиши. Пиши, иди. Что ты встал? Иди. А ты что встал? Свободен. Проще, товарищ чаще. Полицейский, свободен. Все, а иди. Иди отсюда. Иди отсюда. Работай дальше, а не служи. Понял? Пошел отсюда. Ну, один вообще без главного убора ходит. Доволен, нахамил. Молодец. А ты ушел. Нет, а почему вы на «ты» общаетесь? Как вы на «ты»? Мы с вами на «вы». Вы вежливо, что ли? Правильно, я с вами на «вы». А ты у меня потерял уважение, когда ты перестал служить народу. Ну что, я к вам не имею права обратиться, что ли? Что вы несете-то? Я не понимаю. Взрослый человек. Я не понимаю. На службу находите. Вы сейчас что хотите? Примите меры по отношению к охранникам, которые распускают руки. Я же объясняю. Вы сотрудники полиции. Обращайтесь в отдел полиции с заявлением. А вы зачем? Снимайте с поста сразу. Сотрудник полиции не может снять с поста охранника. Какой там 12? Сначала тогда узнаете. В смысле сначала узнаете, что с делами вообще? Какие дела? Зачем вы так поступаете, я не понимаю. Вы себя позорите просто. По поводу чего? По поводу ваших чего? Бездействий. Я вам объясняю, какое бездействие в данный момент, какое правонарушение совершается. Пускай он едет. Сотрудник охраны распускает руки. Мы по-другому просто бездействуем. Алло. А если детей... Алло. Говорит человеку алло. А если тебе сейчас по шарам надают, блин? Кто? Ты что ли надаешь? Я нет. И ты ничего не будешь или делать. Или тебе пищи упадет, блин. Да, и ты просто уедешь. Слушай, как не по этому поводу. Как этого человека зовут вообще? Просто позор и стыд. Ребят, слышь, мы для сядь в машину, сиди там.
просто фасон. Сергей. Да. Смешно? Да. Нога. Что за цирк устроил здесь? Скажите, от меня-то всего. Я охранник обычный. Ну, а зачем ты людей руками трогаешь, если ты обычный охранник? Сказали не пускать вас, чего вы? Что значит не пускать? Мы же уже были в магазине. Ты знаешь, ты не можешь не пускать. Имеешь право не пускать. Ну, не, больше не буду, простите меня. Конечно, мы тебя не простим, ты чего, с ума сошел? Я в обязанностях не проситься на это, не пускать гражданина. Никто тебя прощать не собирается. Ты вообще руками прошу. Тише, не надо кричать, там не в ухо. Надо, надо. Вообще, можешь кого-то трогать. Вот это, блядь. Ребят, вы любите рыбу? Вот есть сыр с плесенью, а есть рыба с плесенью. Торблен называется. Ребят, Евроспар, значит, у нас на Невском, как всегда, конфетки у них. Какие? На целый месяц просрочены. Ё-моё. Как так произошло? Как так-то? Два дня назад я снимал конфеты просроченные и опять. Молодой человек, а можно узнать, чем это вы тут занимаетесь? За судебные претензии, на моральный вред. Купил просроченные товары. Правильно, правильно. Зефир, все уплатно. Полюбуйтесь-ка на него, говорит, я здесь не работаю, я просто посетитель. Да ты просто чепуху какую-то мелешь, похоже. Не работаю здесь. Позорище, фу. А что позорище? Потому что ты обманываешь своих посетителей. Ребят, у него очень большой высокий рост. Поэтому он замечает то, что обычные люди не замечают. Смотрите, борщ с курицей замороженный. И то даже просрочился. Поэтому будьте внимательны. Замороженная продукция не всегда означает, что она не испортилась. Короче, зашли мы тут в рыбный отдел. А тут у нас вот такая вот минтай продается. Дата изготовления 20.08.20 год. А срок годности истек 20.08. До 26.08. До 26.08. Есть вообще рыбка непонятная, что это и в чем это она, вот эта рыбка, ну это просто, ну непонятно в чем она. Участковый полномочный сервис 8-го отдела полиции, даже Мелик, Роман Сергеевич, что-то с сирением. Так, у вас там личный предмет, да? Так, до какого-то, 2.07, все. Что у вас случилось, рассказывайте. Смотрите, у нас просроченные и некачественные продукты. Вот это вот все, соответственно, некачественное, без маркировки. Вот это без вот все. Вот это вот у нас просроченный продукт, 20.08. Сегодня уже 28 число. Также было выявлено сейчас рыба замороженная. 26.08. Ну, в принципе, смотрите, вот еще вот такая вот рыба. Хорошая? Хорошая. Хорошо. Также есть детские продукты питания, соответственно, приобретенные уже. Хорошо, тогда мы все изымаем, с вас объяснение беру. Да. С заявлением обращаться будете, правильно? Конечно, сейчас люди, вот сейчас еще людей приведу, они вам напишут все заявление. Там сейчас люди собирают эти конфеты, которые без маркировки. Нет, смотрите, здесь можно будет отставить им ответственное хранение продукты, да, вот эти. Если они предоставят документы все на данные продукты. Да не обязательно, просто они их должны будут, вы их должны будете заставить, чтобы они их упаковали в пакет, соответственно, и под роспись. Нет, мы-то знаем свою работу. Я имею в виду то, что в прошлый раз, когда такое было, то есть не оставляли ничего. Вот как раз-таки тот же человек опять же здесь. Так, это у нас администратор уже подошел. Она позавчера пришла и говорит, я типа здесь отвечаю только за конфетки. А потом оказалось, что это директор. Друзья, Евроспар в очередной раз обосрался. Столько просрочки я не видел даже в перекрестке. Хотя нет, один раз в перекрестке видел еще больше. Посмотрите, сколько тележек просто. И баранки просроченные. Все у них просроченное.